squeeze up. Hey, in the killer with the strap down. Jesus, I'm a gangsta. Top of the list, the really you, hey, motherfucker. Get your mind right, like, bitch. What you looking at? Getting hard like granite. Hardest nigga on the planet. Air punch, I throw land. Что это такое? Это просто музыка, наложена на беззвучное видео. Еще с вот этой вот херней внизу. 11 лайков, 145 просмотров. Кто это пролайкал? So back to what I was saying. Hello, народ! Многие знают то, что у меня было ДР. Так вот, мне исполнилось 14 лет. И все, почти все знают, что надо идти в паспортный стол. Как все началось? Начнем с этого. Я такой втыкаю то, что сейчас час дня. Я сижу за ПК, ничего не вкурил. Чё за хрень? А потом вспоминаю то, что мне нужно идти в паспортный стол, ребят, да. И такой, окей, побежал смотреть документы, нашел домовую книгу и так далее, все документы для паспорта. Пошел на маршрутку. Сел я такой, приехав в центр, зайдя в паспортный стол, я такой смотрю на вход, а там, знаете, возле входа тусуется, ну, человек 20 точно. Я такой, окей, захожу в само отделение паспортного стола, смотрю и вижу такую картину. То есть там бабулек было много. Ну и молодых женщин и пацанов, и там было меньше, гораздо меньше, чем бабулек. Стою в проходе, спрашиваю, кто крайний? В первое окно, то есть мне надо было получать паспорт. Ответила мне вот женщина. Я такой, окей, я за вами. Она такая, ладно. Короче, сажусь я в здание. Точнее, возле входа там были лавочки. Я сажусь на него. Включаю телефон, смотрю ленту ВК. Типа, все нормально, все по стандарту. Слушаю музон, играю в игрульки. Рядом со мной сидела бабулька, которая кряхтела, пердела. Ну, старая вообще. Бабушка была, ей, наверное, под 60. Она достает платочек, рыгнет, высморкается и обратно берет платок. Вот, ребят, представьте бабульку, которая сидит возле вас, рыгнет, сморкнется, уберет платок. Это вообще просто трэш. Ну так вот, не будем отходить от темы. Ну, я продолжаю сидеть, втыкать в телефон. И вижу то, что люди постепенно уходят. Я такой, что-то не вкурил. Такой встаю, ну, выключаю телефон, вложу в карман и иду в сам отдел. Вижу то, что там очередь уже стоит, и я такой решил глянуть на часы. И смотрю то, что уже 3 часа 30 минут, то есть я выезжал где-то в 2. Там я был, наверное, уже в районе 2.30, где-то так. И вот я полчаса провтыкал. Даже час, наверное, провтыкал. Я такой, ну окей, бегу, смотрю, где эта женщина. Вижу то, что она еще сидит, и там я походу... Там походу очередь огромная. Она такая, ну да. Я такой, ну ладно. Я, короче, сел поближе к ней, ну как поближе. Я вообще просто напротив нее сел. И сижу я дальше такой втыкаю. Смотрю, очередь уже продвигается, причем так уже активно продвигается, то есть там очередь не... Прошла почти вся очередь. Я такой смотрю, эта тетя сидит такая, и все, и не втыкает. Я такой спрашиваю, скоро? Она такая, скоро, да, сейчас. Ну, она как бы увидела то, что женщина, за которой она в очереди была, стоит прям возле начала, вот реально, вот в самом начале очереди, то есть она получает уже паспорт. Я такой, а чё мы здесь тогда сидим? Она такая, я не знаю, я провтыкала, типа, окей, извини. Я такой, ну ладно, давайте пойдемте туда. Как только мы вошли в очередь, именно та женщина, которая уже вошла в очередь, то есть не та, за которой я был, а та, которая вошла во время, то есть когда я ещё втыкал в телефон. Но это не суть. И типа, мальчика, ты куда? Ты чё, охерел?
Он такой, я как бы за женщиной. Знаете, такие, посмотрел на меня как на говно и сказал, ну смотри мне. Я такой, ну посмотрю. Она такая еще, знаете, как лошадь фыркнула в мою сторону. Я такой, окей. Стою, короче, подошла моя очередь. Говорю свое имя, фамилию. Она такая, Павел? Да. Она такая, достает мне такой, охрененный такой новенький паспорт. Это вообще такой кайф. Ну так вот, она мне дала паспорт с моим свидетельством о рождении. Ну все, ты свободен. Я такой, а документы нужны? Она такая, нет, ты все, свободен. Я такой, о, нормально. Ну иду на остановку, сажусь в автобус, еду. Потом я такой решил, чисто случайно, знаете, промелькнула мысль, а зачем я брал документы? То есть я просто пришел без документов, без всего, фамилию назвал, мне дали паспорт и все. Я такой, what the fuck? Ну окей, такой, ладно. Приезжаю домой такой, мама такая, покажи паспорт. Я такой, на. Она такая смотрит и начинает... Просто резко начала ржать. Вот знаете, просто берет и начинает ржать. Ни с того ни с сего просто. Начинает на меня смотреть и ржать. Ну как ржать? Тихо ржать. Я такой, окей. Ты чё ржёшь? Она такая мне показывает страницу, там где написано прописка. И эта женщина не прописала меня. То есть, как бы я должен был дать ей домовую книжку, она меня должна была прописать. Нет, я бомж. Вот так вот. Можете подписаться на мой канал, поставить лайк, подписаться на мой инстаграм, мою страничку ВК. Кстати, я добавляю всех. И всем пока-пока.